До сегодняшнего дня в Азербайджане более 250 участникам Карабахской войны назначена инвалидность. Об этом заявил председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Джавид Абдулгадиров. 15 участников войны уже обеспечены высокотехнологичными протезами. Им также представлены моторные коляски, сообщил председатель. Он отметил, что 511 участникам войны было предоставлено более 2400 средств реабилитации. Также Джавид Абдулгадиров внес ясность в вопрос о прекращении выплат по инвалидности. По его словам, заявления большинства граждан по этому поводу являются необоснованными. В ходе расследования выясняется, что назначенный срок инвалидности истек. Эти лица должны повторно обратиться, сказал Джавид Абдулгадиров. Он отметил, что в 2020 году было получено более 80 тысяч заявлений по поводу оценки инвалидности, и только 31% получили положительный ответ.